Здравствуйте, дорогие зрители и дорогие жюри. Я рад вас видеть. Как вас зовут? Меня зовут Нуриддин, мне 28 лет. Я представляю Таджикистан. Где вы работаете? Я работаю в аптеке. Я фармацевт. Давайте посмотрим ваш номер, если вы готовы. Очень. Стакан обычный. Так. Можете проверить, если хотите. Ну, приступим. Мы вам верим, верим. Выпал один. Эх, жалко. О, боже. Руки трясутся. Нормально, нормально. Шарики в студию. Вот у меня обычные карты. Я их метаю, хотите есть далеко или вот таким образом. Я предлагаю последнюю попытку, Нуриддин. Давай, соберись. Вау! Я так понимаю, что это еще не все. Порезал. Ты просто волновался. Да. Это было интересно. Необычно. Я так понимаю, что Нуриддин лишил нас ужина. Да? Волнение бывает у всех, но вы старались очень, и было интересно. И заметьте, что мы не нажали на красные иксы. Мы досмотрели ваш номер до конца. Спасибо. У вас есть талант, видно, как вы переживаете за то, что вы делаете. Но бывает иногда, что что-то не получается в самый ответственный момент. К сожалению, сегодня именно так и произошло. Не все, но очень многое было с большими огрехами, ошибками. И это, честно признаться, меня очень сильно расстроило. Сам по себе номер очень интересен, изумительный, да, но... Спасибо. Надо все-таки было больше поработать. Поработать все досконально, по мелочам. Я ценю ваше стремление, упорство. Спасибо. Но я скажу нет. Мой ответ – нет. Сегодня, к сожалению, я говорю вам нет. Я вам говорю нет. У вас 4 нету, вы проходите. Удачи вам, поработайте. Спасибо, Нуриддин. Спасибо.